Всем привет! С вами снова я, Тимофей, и это вторая серия обзоров модов для версии Майнкрафта 0.14.0. И сегодня мы будем обозревать мод, который из обычной губки будет делать настоящий трамплин. Итак, я нашел, естественно, водоемчик и готов опробовать на нем мой трамплинчик. Итак, сделаем красивенько. Ой. Так. Ага. Осталось только прыгнуть. Угу. Видите? Он как губка. Ой, какая губка. Как блок слизи, только намного мощней. Круто, да? Ну что, сиганем? Просто круто. А представьте, если бы по таким штучкам можно было бы скакать. А почему бы нет? Так. Так. И так. Всем привет, с вами Тимофей. И сегодня мы проходим паркур-карту. Тан-та-да-дан-тан-тан. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, первая попытка неудачная, но мы не сдаемся. Итак. Ладно, думаю, вы поняли, что я хотел сделать. Оп. Оп-оп. Вообще, если бы была такая карта, я бы... Кстати, подписчики, вы можете присылать мне свои карты. Я могу их проходить. Супер. Ладно, вот такой вот мод. Ну что ж, пора заканчивать нашу серию. Всем удачи и пока.